Николай Кауфлер в Берлине. Николай, вот сейчас мы присутствуем на таком очень интересном мероприятии. Вот только что прошла дискуссия, в которой вы участвовали. Какие впечатления остаются вот, от, можно сказать, конференции, да, российских немцев в Германии? Во-первых, очень радует тот факт, что такая большая серьезная организация, как Deutsche Gesellschaft, свое внимание обратила на тему российских немцев, на то, как они и мы за 20 лет здесь в Германии обустроились, какие есть радостные новости, какие, может быть, еще проблемы, которые нужно решать. И этого внимания, к сожалению, еще не всегда хватает в крупных организациях, в немецком обществе, в политике, в средствах массовой информации. Обычно оно достается другим каким-то группам, хотя мы уже давно заслужили более пристального внимания со стороны этих вот важных структур. Вы как бы уже более 2 лет, да, в Ландтаге, в Гамбурге. Можно вот рассказать об этом, о вашей деятельности в Гамбурге? В Гамбурге живет как минимум 35 тысяч российских немцев, 63 тысячи человек, приехавших из стран бывшего Советского Союза. И в парламенте нашего города я представляю их интересы, являюсь тем человеком, к которому может обратиться каждый с любым вопросом, потому что им, конечно же, легче общаться с депутатом, который понимает их личную семейную историю, более, возможно, понимает их менталитет. Люди обращаются совершенно разными темами, некоторые вопросы социальные, иногда предприниматель, который продвигает свое собственное дело. Очень многие люди и члены общественных организаций, которые активно занимаются общественной деятельностью, культурной, творческой, разного направления, им тоже нужна политическая поддержка, совет, возможность познакомиться с каким-то человеком, возможность получить какую-то информацию, которую они, возможно, не имеют. Вот это все мой нормальный рабочий день, общение с этими людьми, а также с административными структурами, ведомствами и так далее нашего города.